Люди сегодня пришли не просто проголосовать за кандидатов в органы местного самоуправления. Выбирали тех, кто ближе всего к жителям районов. Это муниципальная власть. Первая ступень, которая призвана решать насущные проблемы граждан. Потому и это голосование, хоть и не столь масштабное, как то, которое, например, страна пережила весной, не менее важное. Мы поинтересовались у людей, чего они ждут от народных избранников. Чего вы ждете от этих выборов? За что вы голосовали? Это много я жду. Чтобы нормально было, чтобы в районе, чтобы больницу восстановили, чтобы далеко не езжали. Вот это надо делать. Это больница самое главное, потому что район распространенный. Пока в Дигару, пока поедешь в город, так человек может скончаться. Чтобы больницу восстановили. Я жду от человека, за которого проголосовал в первую очередь, разительных перемен, которые должны произойти у нас в районе. И ключ этих перемен, с моей точки зрения, заключается в первую очередь в том, что этот человек, представляющий власть, должен прислушиваться прежде всего к голосу народа. Я в этом абсолютно убежден. Я думаю, что то, что у нас будут какие-то проблемы, он будет их ставить перед, если сам не может, то перед вышестоящим начальством. Вот, надеемся, какие у вас конкретно проблемы вот все-таки у вас? Ну, проблемы у нас, как везде. Безработица, говорят. Вот у нас в основном молодежь работает.